В самом древнем городе Нижегородской области, Городце, состоялось подписание самого долгоживущего договора о сотрудничестве власти и бизнеса. Первый договор сотрудничества между администрацией и предприятиями был подписан еще в Советском Союзе в 1987 году. С тех пор 37 лет подряд ежегодно подписываются такие договоры. Бизнесмены берут на себя обязательства в течение года реализовывать какие-либо проекты. Чаще всего это благоустройство в тех районах, где расположены их предприятия и организации. Это отличительная черта нашего района, отличительная черта вот этого старинного купеческого города Городца, который продолжает лучшие традиции, воплощая их в новые формы сотрудничества. То, что 37 лет без перерыва эта традиция из года в год повторяется, для нас своеобразная ответственность для того, чтобы планку выдержать и, самое главное, оправдать ожидания населения, ожидания бизнеса. Это целиком и полностью инициатива района, руководители района, руководители предприятий, колхозов, совхозов. Народ, ты видишь, что нужно в районе делать? Кто кроме нас видит? Раз видим, значит, надо делать. Собрались, посоветовались, кто чего на себя берет. И потянули все в одну сторону, вперед. Вот смотрите, в этом году сколько новых пришло руководителей. Люди понимают, что надо иногда делиться –